мы уже достигли существенных улучшений в пресечении незаконных рубок леса, сократив их почти на 30%. Здесь мы показали такую хорошую и оперативную работу, и работу на профилактику, работу на предупреждение. Ну, мы понимаем, что ущерб в этом году снижен на 42%, но он все равно значительный. И здесь, конечно, и с Рослесинфоргом, и другими заинтересованными лицами мы будем четко фиксировать арендные площади, чтобы границы их не нарушались и вырубка не производилась.